Всем привет, это канал PlayGame, зовут меня Сергей, и мы продолжаем играть в Far Cry 3. Смотрим, где мы, что-то я уже забыл. Ага, вот мы где находимся. Так, тут лагерек еще есть, так-то я его пропустил, и тут лагерь еще есть. Далековато до них. И здесь, да, немножко. Так, ну не знаю, склон. Здесь, блин, вообще далеко как-то они находятся. Это что за миссия? Запекшаяся кровь. Давайте попробуем пройти эту миссию. Что нам за нее дадут? Очки опыта или деньги? Сейчас будет видно. Что, денег у нас тоже нет? Эй, ты как? Что такое? Я хочу домой. Хочу вернуться на Самар. Но мой муж меня не пускает. Он говорит, что я его. И продает меня друзьям. Я пыталась бежать. Но он большая шишка среди наемников. Никто мне не поможет, если я не заплачу. Сколько вам нужно? Вы мне поможете? О, спасибо. Я знаю капитана, который отвезет меня домой. Ему нужны кровавые алмазы наемников. Я слышала, как мой муж говорил друзьям, где наемники их спрятали. Не вопрос. Поможем. Так, тут рядышком. Так. Снайперка, пулеметик. Так, потихоньку надо будет все обследовать, потому что с деньгами напряг у нас. Ой, подожди, подожди, нахера, нет. Опа, новинка в магазине появилась. Так, а тут тоже наемники, да, есть? Ё-моё, сколько вот тут, а? Все? Всех успокоил. Так, доставить по назначению алмазы из тайников. Ну все, идем назад. Ой, блин, упал. Тихо, не упади. О, отлично. Так, боевые стимуляторы у меня, в принципе, есть, но еще один сделаю. Так. Так, у меня зеленого листа нет совсем, а красный есть. То есть собирать нужно только зеленый. Красный. Красного у меня много.
Да. Когда ваш корабль? Корабль? Какой? Вы же хотели уехать. Я знал, что ты слажаешь. Ах ты, сука. Заткнись. С тобой потом разберусь. Да пошел ты нахер. Ну а что с ним еще делать? Так, а что, бабусики только дали, да? Так. Давайте, короче, выполним мы основное задание. То она так просто меня вверху, это прям задание, что надо туда, напрягает немножко. Так, а что появилось? А, вот дробовичок появился. Карты. Ага. Так, а карт много здесь покупать-то? Блин, не слабо денег надо. Ладно, погнали. Так, а вот это вот задание тоже только за деньгу, да? Не хочу пока. Ладно, так, поехали. Нахера ехать? Дельтаплан тут. Долететь-то мы быстрее долетим. Давай. Отлично. Блять, или мы туда не долетим? Ладно, попробуем. Нормально. О, не вижу, чтоб ты готовил. Сера. Никто не должен видеть меня, пока я не сменю форму. Угу. Хорошо, а тут вообще есть кто? Как бы никого-то и не видно пока. Нельзя убивать, а то поднимут тревогу. Хорошо. Ага, это где-то под землей все, да, наверное? Риск. Хорошо, то есть идти надо потихонечку. Так, вот чувак. Вот еще один. Нельзя убивать, а то поднимут тревогу. Да подожди, я не собирался.
Так, сюда. Хотя вот вырезать его было бы технично бы сейчас. Давай, 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 иди туда, иди. Блять, и пошел-то не тот. Так, что у нас здесь? Сок с водой, сок с водой. Знаешь, что такое песок с водой? Это грязь. Знаешь, что я хочу? Нормальную постель. Листы попробуем спрятаться, не знаю, удастся нам это или нет. Отлично. Так, там чемодан, хер на него, не буду рисковать. Сука. Спрыгнул, да, блять, неудачно поспешил. Освежиться бы.
Подожди, блядь, а как? А, вот как надо было. Все, я понял. Не туда немножко ломанулся. Ну ладно. Так. Еще 3 недельки и домой. Ну хоть сладят сходить. Так, так, так. Так. Это мой остров, мой дом. Сука, вот, вот, вот же, вот он был. Херов чемодан за ним полез, блять. Давай, родные, валите нахер отсюда. Ты чё встал? Давай иди отсюда. Что это было? Это начинает меня бесить. Спать в этой дыре. Ты чё? Блять, ничего не понял. Чего он встал-то? Чего он не идет-то туда? Что? Ой-ой-ой, нихера, я всех вообще выманил. В смысле встал и не идет туда? Ты просто специально это сделал. Что-то либо глюкануло, либо что он стоит-то и не идет туда. Ну, идите оба. Отлично. Блять, а теперь-то он куда-то пиздухал. Эй, не выделывайся.
Последняя стычка прошла неплохо. Пуля. Есть пуля. Да ладно, мы лучшие. Сука, кто? О, блин, зато сохранилось. Нужно послать домой денег, получим. Так, ну все, поплыли под водой лучше. Сэм, я готов. По документам парня звали Фостер. Как дальше действовать? Будь Фостером. Не забывай быть доверчивым. Ты должен сам поверить в свою ложь. Так, что делать-то? Теперь вы носите форму наемника. Наемники не станут нападать на вас, если их не провоцировать. Хочет лично проверить выполнение. Жопа. Всем построиться в шеренге. Проверки то есть. Чисто. Эй. Давай, иди. Следующий. Все. Давай, давай, проходи. Ты все. Все, дальше. Ты чист, вот. Если она меня изменяет. Пс. Хочешь рубить бабла? А нахрена я так приехал? Местный заправила вас недавно приставился. Его империя осталась без присмотра. Его парни пользуются моментом. А мы почему нет? Как же Хой? У Хой-то полно своих проблем. Ему не до этого. А еда может протухнуть, если ее не съесть, верно? Прям в точку. Ладно, иди послушай речь. Эй, проболтаешься о нашем разговоре. Считай ты труп. Как поживаешь? Как дела? Мои румяные новобранцы. Врать не буду. Мы все здесь ради бабла. Но просыпаясь утром, я думаю, счастливы ли мои люди? Мой отец, земля ему пухом, был шахтером. Каждый день он вставал на рассвете, выкуривал сигарету и отправлялся под землю. Для этого чудесного человека компания была богом. Я сохранил это отношение к моему скромному бизнесу. И я ожидаю от вас того же. Отправлю деньги. Итак. В компании есть три главных правила. Первое. Беречь мой товар. Вы можете их трахать, но нежно. Пошел этот рай. Второе. Убивать любого туземца. И, наконец, всю прибыль отдавать мне. Я все понимаю. Но если вы нарушите одно из этих правил... Джейсона Броди!
Так, теперь что? Да еще 3 недельки. Иди домой. А попали мы сюда зачем? Эту речь послушать просто? Затеряться среди наемников, но они не должны засечь тебя за чем-нибудь подозрительным, вроде убийства, поджога или чего-то в этом роде. Обмани их, Джейсон. Один из людей Хойта сделал мне предложение. Несколько предателей хотят обокрасть Хойта. Я думаю, убить их, чтобы Хойт мне доверял. Ну да, дрезденский трюк. Хороший план. Быстрее было бы убить Джейсона Броди, но это нам не подходит. Я наблюдал за предателями изнутри. Ими руководят 3 капитана. У одного из них должен быть список, в котором все члены банды. Убей их, забери список. И я шепну Хойту, что ты отличный солдат. Где их база? В старом храме. Я дам тебе координаты. Так, это кто, наемники? Вообще похер, да, не трогают меня. Прикольно. Так, давайте карту посмотрим. А, кстати, навык один появился у нас. Так, и что мне качнуть-то хоть? О, вот это вот мне нужно. Так, здесь пока нет. Заулок. Деньги, деньги, деньги. Вот это вот бы качнуть еще. Ладно, давайте пока... это вот прокачаем и карту. Где мы находимся? Ага. Давайте попробуем радиовышку открыть, раз мы уже здесь. Ух, ни хрена как далеко. Блин, надо было плыть дальше. Вон свои мужики поехали. Блин, зря лодку бросил, а, ё-моё. Так, ну что, почти уже, почти. До хрена мы, конечно, преодолели расстояние пешком сейчас.
Так, а дальше? Дальше вот сюда. Так, ну все, сейчас поднимаемся по лесенке и все, и мы на месте. Так, сброс припасов. Блин, пролетел-то сколько, а? Так, посмотрим, сколько нам за это дадут очков опыта. 250 всего? Давайте попробуем. Так. Я хочу захватить вот этот вот аванпост, потому что, блин, потом перемещения-то сюда не будет, а я уже здесь. Пешком придется опять такое расстояние топать. Где-то тут вход в пещеру, видать, есть. Один, второй вон дымится аванпост. Ладно, давайте один хотя бы сейчас захватим. Два тяжелых, да, бойца? Боже мой!
Ага. Есть пятихатка опыта за него. Сука, а что не получилось? Сверху убийство. Прекрасно. По-моему, это было на 1500 сейчас за хваст аванпоста. Красиво просто все сработано. Так, а вот эти вот просто глянем задания. Че, просто за деньги без опыта, да? Просто деньги. Точно так же. Я не хочу. Так, боеприпасы полные. Карты, да. Денег мало. Не будем тратить. Купим мы. А, бронежилет экипирован, лекарства есть. Все, ничего мы не купим. И, друзья, давайте мы на этом и закончим нашу серию. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока.